Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Вот и праздники все позади, вот и пришел понедельник. Но выходные придут, только жди, но не забудь, что сейчас понедельник. И о погоде в Архангельской области на 12 мая. Итак, Котлас плюс 20, ясно, без осадков. Плесецк плюс 13, облачно, также без осадков. Ивельск не исключение из весенних правил. Плюс 21, ясное небо и о погоде в Архангельске. Утром плюс 8, пасмурно, ветер умеренный, днем потеплеет до плюс 12, небольшой дождь, и вечером температура опустится до плюс 9. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. До встречи на телеканале ПС.